Слава богу, не сбили людей. Слава богу, да я, блин, себе бы ни за что не просил больше, за руль бы не садился. Авария произошла около 10 часов вечера в самом центре города. Недалеко от места столкновения находятся несколько круглосуточных кафе и магазинов, а это значит, что перекресток в любое время дня и ночи довольно оживленное место. Только по счастливой случайности на тротуаре и пешеходной зебре в этот момент никого не было. Он говорит, что я ехал быстрее, тут камеры, по крайней мере, есть, и где я тут мог разогнаться, если мне надо было ехать прямо. По словам владельца Форда, он ехал по улице Островского в сторону Астрономической. Автомобиль Kia двигался в обратном направлении. Не убедившись в безопасности маневра, водитель корейской иномарки решил повернуть налево. Молодой человек на Форде попытался уйти от столкновения, в результате чего и врезался в стену. Дождались, когда проезд встречный поток, после этого так поступили к маневру? Не было никого. А он откуда появился? Не знаю, может, скорость большой, что-то. Камера скажет. Светофор работал. Да. Стоит отметить, что столкновение между машинами так и не произошло, поэтому водитель Kia настаивает, что в аварии не виновен. Пострадавший автовладелец Форда намерен искать правды в суде, лишь бы не ремонтировать машину самому и не платить за причиненный ущерб. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».